Добрый день, уважаемые посетители нашего интернет-ресурса Nicebike. Вашему обзору предлагается кожный ремешок для браслета Xiaomi Mi Band 2. Ремешок идет в такой подарочной упаковке. Обычно она заклеена с двух сторон скотчем, еще на заводе. Расцветка под карбон, выполнена из пластика, 9x9 на 2,5 см. Отличный подарок, в том числе и к наступающему Новому году. Коробочку распакуем и посмотрим, как все это работает. Открытая одна упаковка есть. Ремешок лежит в поролоне. Достаточно плотно, ничего не при транспортировке не царапается, не гремит. Достаем ремешок. Ремешок выполнен из натуральной кожи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 отверстий. Подходит на средний объем по запястью и на большой, то есть на максимальной дырочке под большой размер руки, по запястью он подойдет. Фиксируется при помощи дополнительной прижимной планки, которая снимается достаточно просто, и имеется на двух пружинках ограничители, можно вставить и до щелчка закрыть устройство. Но чтобы не распечатывать Mi Band, есть уже распечатанный датчик. Датчик вставляем лицом наружу, как вам будет удобно носить, либо в таком положении, либо в обратном, в зависимости от руки, на которую вы носите. Дальше идет накладка. Вставляем накладочку до щелчка, и устройство плотно держится, фиксируется и работает. Снимается для зарядки просто. Опять вытаскиваете, вставляете в зарядный ремешок и также заряжаете. Вставляете ровно. Вставляете планочку. Секунду. Вставляете планочку. И до щелчка. Устройство лежит плотно, без люфта. И можно носить либо на этой руке, ну, либо на этой руке.